Всім добрий вечір. Лідер фракції тут. Голова офісу президента тут. Прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Всі тут. Наші військові. Было, блядь, понятно. Шо, ребят, как дела? Шо, тиха украинская ночь, да, как говорил великий украинский писатель? Все ли у вас хорошо, ребят? Нравятся ли вам наши байрактары? Как вы думаете, что это над вами сейчас летает? Как вы думаете, что это шуршит в кустах, пацаны? Какие у вас есть мысли по этому поводу? Чтобы это могло быть, блядь. Незламні мов граніт, бо плач не дав нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ, бо плач не дав нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ. Україна! Україна! Свята мати герой! Свята мати герой! Іди до серця мого! Іди до серця мого! За твою славу! За твою славу! Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде. Слава нашим захисникам, слава нашим захисникам. Слава подтягиваем резервы. У нас есть авиация, у нас есть танки, у нас есть все. Вам жопа, парни. Милый отрок, я русский корабль, повторяю. Предлагаю сложить оружие в ЗАГСа, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня, прием. Ну все. Я нахуй тоже надо. Русский военный корабль, иди нахуй.